Это очень серьезный кризис. Это кризис пенсионной системы, перерастающий уже в такой основательный кризис экономический. Учитывая падение рубля, учитывая падение цен на нефть, все это вместе создает какую-то очень безрадостную картину. Ни одного пока еще сценария выхода из этого пике я не видела. Ну, я вам скажу, что сценарий-то, конечно, очень печальный, но вполне ожидаемый. Нельзя, невозможно сидеть десятилетиями на нефтяной игле в надежде на то, что этот источник будет постоянным и даже вечным. Все когда-то кончается, в том числе и высокие цены на нефть.